CustomGuns.ru предлагает вашему вниманию набор для выживания в дождь. Если я правильно перевел, Survival Rain Suit Jacket. То есть это костюм, защищающий от дождя. Как раз в наших широтах, в Санкт-Петербурге и области, этот костюм будет очень полезный как спортсменам, охотникам, так и военным. Вот так куртка выглядит внутри. Все швы проклеены. Соответственно, у влаги нету никаких шансов добраться до вас. То же самое плечи, воротниковая зона, у шеи. Благодаря высоким технологиям, которые используются компанией Carinthia, вы останетесь сухим во время дождя не только от влаги, которая идет сверху, но и от влаги, которая может скопиться при активных действиях. То есть пот будет просто выводиться благодаря технологиям, которые использует компания Carinthia в своей одежде. Он очень тонкий, и поэтому его в холодную погоду необходимо надевать на флис либо на какую-то дополнительную одежду. Этот костюм выпускается в одном размере, поэтому если вы очень большой или очень маленький, повнимательнее. У меня рост 1,80 м, 95 кг. Ну, в принципе, он большой, широкий для меня, так как основная функция этого костюма — защита от дождя и ветра. Он сделан из такого материала, который, конечно, шумный. Поэтому при покупке обращайте внимание. Костюм не был бы костюмом, если бы к нему не полагались брюки. Брюки широкие, с утяжками, так как здесь тоже только один размер. У них нет карманов. И эти брюки можно надевать поверх своих обычных брюк и не снимая ботинки. Одел, затянул. На анораке тоже есть утягивающие резинки. Утяжки внизу. С одной стороны и с другой. Думаю, что куртку такого размера можно надеть даже на бронежилет. Крой свободный, очень лаконичный, ничего лишнего, карманов нету, чистая функциональность, защита от ветра и дождя. И капюшон с утяжками. Ветро, влага, защитный костюм выживальщика от компании Carinthia. В наличии на сайте CustomGuns.ru.